Всего лишь несколько дней назад я загрузила видео на канал и рассказала вам про фермерский рынок, который находится в центре Рима. А тут под окном такое зажигательное мероприятие, что я решила вам его показать. 22 повара со своими помощниками были настоящими волшебниками, которые превращали обычные продукты во вкусную и аппетитную еду. Пусть даже это были бутерброды, но они были такие вкусные, потому что начинка в них была необычная. Бутерброды с рыбными деликатесами, тунцом, жареным осьминогом, жареными анчоусами, кальмарами и треской. Сегодня мы с вами находимся на фестивале уличной еды. Хочу показать вам обычную итальянскую жизнь за туристическим центром, без главных достопримечательностей и туристов. Но знаете, мне кажется, что любому туристу было бы неплохо попасть на такие мероприятия, как это. Фестиваль итальянской еды – это настоящий гастрономический рай. Обычно такие фестивали проходят весной, летом и осенью. Проходят эти фестивали на тех площадях, которые могут уместить огромное количество палаток, столиков и, конечно же, большое количество людей. Сицилийские сладости. Фестивали уличной еды обычно проходят 3 дня – пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни местные жители собираются вместе на площади, сидят за одним большим столом под открытым небом, покупают и едят разнообразные итальянские блюда разных регионов Италии. Покупают сладкие и соленые деликатесы на любой вкус, вкусные закуски, римскую пасту и невероятные необычные новинки, которые можно попробовать с друзьями и родственниками прямо в центре площади под открытым небом. Было очень весело, звучала громко музыка, но мне пришлось убрать музыку, чтобы не было проблем с нарушением авторских прав. Ближе к 21 часу проходило световое представление. Как иногда все-таки необходимо хорошо отдохнуть, послушать хорошую музыку, которая поднимает настроение. 3 дня на площади царила волшебная атмосфера, и в воздухе витали ароматы вкусной еды. Я хочу поделиться с вами, дорогие друзья, этой атмосферой. Ведь как хорошо, когда все вместе собираются за одним большим столом, веселятся, разговаривают, едят, смеются и радуются жизни. Не буду я сильно углубляться в рассказы о еде. О еде надо не говорить, а пробовать ее. Сегодня у нас проходит фестиваль уличной еды, а уже скоро будет фестиваль трески, где на фестивале будут готовить только рыбные блюда. Не знаю, попаду ли я на этот фестиваль,
Он будет проходить в районе Горбателла 22, 23, 24 и 25 июня 2023 года. Обычно такие фестивали начинают работать с 12 часов и до полуночи. Вход, конечно же, бесплатный. Вы только будете платить за то, что покупаете. Мясо готовили настоящие мастера барбекю. Вот так итальянцы проводят выходные вечера, пока еще не открыт купальный сезон, люди не разъехались по отпускам, мы все собираемся на площади за одним большим столом под открытым небом. Так хочется, чтобы во всем мире были такие традиции и такие праздники. Коптильная камера или коптильная машина. Тут такие запахи на площади.